Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Виктория Исакова несколько лет скрывала лицо своей дочери, но теперь наконец-то решилась опубликовать ее фото. А благодаря Дарье Мороз стало известно, как зовут ее младшую сводную сестру. 15 сентября Виктория поделилась в своем инстаграме фотографией, на которой на руках держит жизнерадостную маленькую девочку. Поклонники артистки мигом узнали в ребенке дочь 42-летней актрисы, которую она долго скрывала от публики. И если раньше Виктория показывала лишь кадры с дочерью, на которых было сложно разглядеть черты ее лица, то на новом снимке с отдыха на пляже звездная наследница предстала во всей красе. Цитата «Немного солнца в холодную осень» лаконично подписала снимок актриса. Звездные подписчицы Исаковой не могли не отметить очарование дочери актрисы. Цитата «Боже, богиня, еще и рыжая!» – восхитилась Оксана Акиньшина. «Прелесть какая!» – добавила Анастасия Цветаева. «Узнаю эти волосы!» – сообщила Анна Чиповская, отметив сходство матери и дочери. Имя рыжеволосой хохотушки так и осталось бы тайной, если бы не Дарья Мороз. Она отметила хэштег «Варвара Юрина», который и пролил свет на таинственную младшую дочь Юрия Мороза. Поклонникам стало любопытно, какие отношения связывают вторую жену Юрия Мороза и его дочь, которая когда-то, кстати, их и познакомила. По слухам, в прошлом Дарья отрицательно отреагировала на союз отца и Виктории. Цитата «Писали, вроде вы в контрах с Исаковой?» – спросила актрису одна из подписчиц. А Дарья написала «На заборе тоже пишут, а семья всегда семья». Именно так она развеяла все слухи. А как вы считаете, правильно ли сделала Дарья, что простила Викторию? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!